так было. Дети шли, я вот так вот шел во втором ряду. Еду в туалет. Ну что ты? Ё-моё. Когда это? Сейчас что ли? Сейчас. Вот она, пизда вылазит. Не глядя нихуя, что едет мотоциклист, берет и выезжает. Он нас... Кошмар. Чё, баба с восклицательным знаком на матизе. Ну и что? Куда я денусь? Едь назад, я туда уйду и все, назад сдай. Что? Ну а я куда сейчас, на встречку денусь, что ли? Ебанутая, блядь! Опа! Видишь как?
потому что надо быть дураком, чтобы вот так вот прилетать. Надо записать такие. На РУЧП было бы. Две девочки. Пошла с ним разбираться. О, еще раз, другой девочкой. Как ты думаешь, они будут скрипать друг друга за волосы? Они, по-моему, в одинаковой машине. Блять! Ты чё, ёбаный, блядь? Ебанутая, что ли, блядь? Дура тупорылая, блядь! Не задела? Нет. Сука, блядь! Ты чё, не смотришь назад, что ли? А ты чё, прям летом сюда, блядь? Сама говорил, папа, ты моя дочь, не поверила! Ничего, давай! Блин! Сама! 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 Слышь, она дура, ты видишь, у нее жопа разбита? Миша! Да я нормально. Ты какой сундонет? Да чтоб ездила нормально. Энергетики Германии по указу Бундестага. О коммерческом запуске технологии и сроках ее выхода на рынок пока ничего не известно. Это была программа «Мобилизация». Меня зовут Андрей Соловьев. Держитесь в курсе. Говорил, дура ты нахуй, ёбаный в рот! Человек, ты нас не... Ссылки нам не отправляй, да? На русалку. Здесь, ля-ля. Ну давайте все равно. В честь праздника, естественно, приз от компании «Биотики», стильный флеш-накопитель, который всегда придет на помощь твоей памяти, Софья. Смотри, что.